Не циклитесь и не упирайтесь в эти паузы. Очень всегда всем говорю, самочувствие на первом месте. Паузы всегда не показатель. Это, по-моему, или на второй, или на третьей группе, я не помню. Обсуждение было тоже. Паузы, не паузы, здоровье там и все такое. И он как раз выступил и сказал, а вот у меня, он сначала начал у меня группу, а потом у него был перерыв, а потом пришел на следующую группу. И говорит, я занимаюсь вот что недели три приблизительно, аритмий нет, вообще прошли аритмии, экстрасисты у него были, прошли экстрасистолы. Брадикардия у него была 30, это сниженный пульс. Теперь пульс ниже 50 не опускается, а при этом паузы упали. Понимаете, вот что смешно. Паузы стали меньше, а состояние стало лучше. Поэтому не циклимся на паузах, занимаемся методом. Все. Это все.